Данное видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Lesson 76, урок 76, Exercise 4, упражнение 4. Незнайка тоже решил стать доктором. Прочитай и скажи, хорошие ли советы он дает. You are not healthy. You must stand on your head. You must eat sweets and drink coffee. You must not run and jump. You must not swim. You are not healthy. Ты не здоров. You must stand on your head. Ты должен стоять на голове. You must eat sweets and drink coffee. Ты должен есть конфеты и пить кофе. You must not run and jump. You must not swim. Ты не должен бегать и прыгать. Ты не должен плавать. Теперь давайте ответим на вопрос. Хороши ли советы дает Незнайка? Его советы нехорошие. His advices are not good. На этом наше задание выполнено. Если хотите смотреть остальные видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и на группы в социальных сетях.